Всем доброе утро. Так, дети у меня в школе, в садике. Я загрузила новое видео на YouTube. Сейчас сажусь завтракать. У меня здесь, в общем, яйцо, мортадела, сыр с плесенью. Вчера в Лидере купила вот такой вот кусочек хлебушка, поджаренный в тостере. Я люблю, как сухарь получается, помидорки, перчик, соль, руккола. И приготовлю сейчас себе кофе. В общем, позавтракаю, буду ехать в город. Сейчас в центр. Смотрите, какие красивые тюльпаны. Вообще, это самые любимые, наверное, цветы. Поеду в центр, у меня там будет термин. Кое-где прогуляемся, в общем. Сейчас покушаем и выезжаем. Обязательно хочу успеть заскочить в центре, в магазин в один, где продаются мои краски. Затонировать хочу волосы, потому что у меня после последнего окрашивания какой-то такой желто-рыжий оттенок получился. Так отсвечивает. Вот, и мне он не нравится. Вот, зайду туда сейчас, в профессиональный такой магазин, и там что-то выберем с вами. Мои любимые духи, кстати, сейчас Гуччи вот такие вот. Это у меня уже вторая баночка. Я на месте, сейчас выбираю себе краску. Обычно я покупаю вот эти. Или сейчас хочу попробовать вот от L'Oréal. Сейчас цвета. Ладно, в общем, мне там снять, она сразу ко мне подошла и стала советовать. Ой, сказка. Сразу ко мне подошла, говорю, и не дала мне поснимать. Сразу начала советовать. В общем, ту L'Oréal, которую я показывала, это не тонировка, а как бы краска. Поэтому она мне не подходит. Я хотела затонировать волосы. И вот взяла вот такой вот набор. Светили краску. Вот этот номер. Вот, буду дома краситься. Еще в сумочке, просто мне неудобно одной рукой нести. В сумочке я взяла вторую такую для корней, чуть-чуть темнее. Это для всей длины и для корней тоже с окислителем. Вот. В Саре уже полностью весенняя коллекция. Так мне вот этот свитер понравился. Классный, замочком и балетки. Такое красное, все сочное, красиво. Сейчас стали вот такие вот кассы. Я оплатила, теперь пытаюсь, надо снять вот эту штучку. Так, я разобралась, здесь первая попытка, вот это сняли, да, выкидываем, и вот эту штучку. Все, я купила, заплатила, купила без пакетика, смотрите, какую кофточку, за 2 евро, стоило 30. Дома померяем. Я иду сейчас на термин, у меня уже время как раз подходит. В старом городе успела в Зару зайти. Ну, конечно, я пока разобралась с этой оплатой, знаете, и все-таки мне чек не дали, как-то он не вышел, но я вроде оплатила. Ну, как-то же снялась эта штучка, в общем, ладно, первый раз. Еще новогодняя атмосфера, смотрите, сколько елочек. Уже как бы весной пахнет. Вот здесь вообще тепло, так классно, погода просто шикарная. Так, а мне вот здесь где-то мой Praxis тоже. Вечер сейчас. Зашла в Primark специально за свечами. Я здесь очень люблю вот все для дома. Смотрите, взяла такую корзиночку и две свечечки. Это у меня магнолия. Вот слева, справа персик. Я фанат вот этого всего. Запахов для дома, свечечки. Вот, много здесь разных. Мне еще вот это понравилось. Вот эта магнолия, которую я взяла. И вот эти я раньше любила брать. Вот эта ванилька темненькая. Это эвкалипт. Я выбирала, но я не буду все свечи покупать. Две мне хватит пока. Вот так вот. Еще думаю, может, я люблю вот эти вот штучки в шкаф. Для запаха тоже, наверное, возьму пионы. Или катон. Давайте вот этот катон, наверное, да. А, вот еще есть жасмин, лен, ванилька. Ладно, я возьму катон, попробую его. Он такой свежий, запах. Единственный минус Примарта — это километровая очередь. Все, я отстояла эту очередь, купила свечи, в общем, корзиночку. И сейчас зайду еще в Росман и еду домой. Я дома. Вот в Росмане я купила вот такой вот Рокки корм.
Он только его любит. Ну, как-то ему он нормально, не чешется от него, нет аллергии. Вот он классный такой, более такие мелкие там, знаете. А я брала другие, очень крупные. Сам корм очень крупный, поэтому вот этот мне нравится больше. Потом купила вот это вот средство, мне нравится для текстиля от бактерий разных. Вот этот я беру на постель, на шторы, на одежду, на все в общем. Это для текстиля. Вот эта вот вещь. Кстати, ходила я по Росману, и такая, ну, я туда забежала быстро, быстро все хватало. Я думаю, так, мне надо здесь видео снять, мои фаворитики, мои любимчики в Росмане. Там столько всего интересного. Вот. Как-нибудь сниму обязательно. Вот это я люблю, сейчас пью для повышения иммунитета. Мне очень нравятся вот эти соки. Это с цинком, с витамином С. Классные. После них так вот как-то сила даже есть. Знаете, как вот, ну, классные. Мне нравятся очень. Потом, девочки, я беру вот такую пасту зубную. Руке купила, я ему обещала. Конструктор, он фанат Лего, он просто фанат. Я ему сегодня пообещала. Обещание надо выполнять. Вот эти свечечки я вам уже показывала. Потом это шкаф, штучка. И вот краски. Наверное, сегодня буду краситься. Вот, но я, наверное, по половине буду использовать, потому что целое мне это много. А вот это вот мне для корней, допустим, вообще не надо много, да? Восьмерочку я взяла. И 9.31 я взяла на всю длину волос. Вот, вот такие у меня окислители тоже. То есть я напополам сделаю все, а это на другой раз оставлю. Эта штука тоже, кстати, только что напшикала. Она, знаете, какая не только, ну, то есть бактерии убивает, да, и очень классно освежает. Запах свежести такой, свежей постельки. Еве нравится, деткам нравится. То есть она говорит, мама, так пахнет постель круто. И бактерии убиваются. Знаете, она придет постоянно с подружками лежать на кровати. Вот, и эту штуку такую надо иметь. Вот этот сок мне очень нравится. Знаете, он такой, не как вот эти шотики с имбирем, вот эти, которые, ну, нереально пить. У меня Игорь их любит, но я не сильно их люблю. А вот этот, он такой сладенький сок. Классно, легко пьется, вкусненький, реально поднимает иммунитет. Вот, шотики я тоже пью, но Игорь их любит больше. Я больше вот это вот. Мне оно вкусненько, и детям нравится. Росмане, кстати, продаются в очень больших бутылочках. Это я взяла сейчас такую маленькую, а есть такие вообще большие. Такие. Вот такая, наверное, где-то. Очень вкусно пахнет. Я уже открыла, сейчас в шкаф положу. Пусть будет запах. Я всегда пересыпаю. Вот такую у меня доза есть. Вот как раз вот этой упаковки вот так хватает и уже сидит, ждет. Ты кушать хочешь, да? Ой, какой голодный мальчик мой. Какой голодный. Хочешь кушать? Да, он всегда, вот я когда сыплю, он слышит этот звук, как он сыпется сразу. Тут как тут. Сейчас пойдем погуляем и будешь кушать. Хорошо? Ну, на, ладно, тебе чуть-чуть. На. Держи. Держи. Вот, видите, он такой мелкий, классный. Потому что есть такие крупные, попадаются, прям, я не знаю, как он просто их не жует, он прям вот глотает, и поэтому вот лучше такой мелкий. Да? Смотри, как он радуется тебе. Ой, радуется, как. Обратите внимание на джинсы Луки. Как обычно, как обычно. Я прихожу, он гулял на велике, катался во дворе как раз. Ага. Классная погода сегодня, давай, да? Давай покажу, где я его оставлю. Нет, пошли твой велосипед забирать, сынок. Носится так на своем велике, он такой огромный, конечно. Ну, ездит хорошо. Как у тебя день прошел, расскажи, сынок. Классно все у тебя в садике? Рокки, он вообще, сейчас я только отвернусь, он что-то съедает. Я его ругаю, конечно, не разрешаю, чтобы он на улице кушал, но он такой хитренький. Вообще, пошли, пошли, пошли по дороге. Пойдем. Нельзя кушать на улице, Рокки. Нельзя. Все, мы дома. Я сейчас хочу приготовить пирог, попробовать. Так, очень классный. Это по рецепту Берлина блогер Аня, я ее смотрю.
Классный, говорит, очень пирог. В общем, сейчас буду тестировать, пробовать. У меня здесь лук-порей, моцарелла такая, потом тесто слоеное и моцарелла вот такая. Нужно еще приправки, травки прованские там, в общем, добавить. А, яйца. Точно, яйца. И покажу, как получится. Ну, она сейчас подробно рассказывает, как его готовить. Да, можно орегано, отдельно базилик, в общем, сушеный. Буду пробовать. Ой. Покажи, сынок. Мам, здесь 3 пакета. 3. Только ты не перепутай сейчас, да? По очереди все собирай. Надо, а где один номер? Надо посмотреть там. А там нет номера, там нет. Нет номеров, да? Да. Тебе нравится? Угу. Ты о таком мечтал? Да. Да, по инструкции смотри. А, надо посмотреть, какие детальки там. Ну все, разбирайся. Покажешь потом, как ты соберешь, хорошо? Ага, открываем этот. Давай. Руки, пойдем. Два яйца вместе с моцарелла, приправки, травки я добавила разные там. Так, сейчас я добавлю вот этот вот лук-порей обжаренный вот в эту смесь. Это будет наша начинка. Вот здесь я уже сделала тесто с небольшими бортиками, проколола вилочкой. В общем, все по рецепту, все как надо. Выкладываем потом вот эту вот начиночку сюда и сверху присыпаем сыром моцарелла. И Аня еще говорила, когда этот пирог, когда он уже готов, отдает немного как с капусты как будто. Вот я, кстати, смешала уже, лук-порей добавила, и мне он уже пахнет капустой. Magic. У меня он выглядит вот так. Я неровно так смешно вырезала вот эти бортики, ну, которые сверху вкладываются. Ну, какое-то такое солнышко. Так, все, отправляем в духовку. Смотрите, как хорошо поднялся. Ну, мне кажется, уже можно выключать. Но он у меня дольше стоит, чем 15 минут. Где-то минут, я думаю, 25, наверное, уже. Сейчас буду выключать. Вот такой красавчик у меня получился. Хорошо поднялся он так. Хочешь это пирог? Это то. Это пирог. Как? Аккуратно горячее очень блюдо. А только достала из духовки. Ой. Мама, я поела. Да, молодец, Лешенька. Сейчас попробую. Сейчас она чуть остынет, и я буду нарезать. Что у тебя уже готово? Я это собрала, и я сейчас вот это собрала, и вот это. Лука заставляет всех его снимать. Все скоро готово, да? Осталось совсем чуть-чуть. Колеса на подцепить еще, да? Теперь это белое. Так, ну что, показываю, какую я сегодня кофту купила в Заре за 1,99. Я вообще, конечно, таких цен не видела, там это просто смешно, ну реально. Прикольненькая вообще такая, мне очень нравится на весну. Ну, на высокой талии должно быть что-то, потому что она короткая. Мам, ты на камере снимаешь? Нет, камеру ты мне разрядил, я снимаю на телефон. Мне нравится. Знаете, мне нравится. И качество им нравится, и прикольно. Так, здесь надо пресс сделать, а так все нормально. Или выше джинсы потянуть. Да? Ты собрал свою машину? Классно? Ты доволен? Я нашел собачку. Вот как занять ребенка на целый день и вечер? Купить ему лего? Да. Да. Человек, который обожает лего, просто может постоянно строить. Причем он сам собрал. Молодец. Никто не помогал, да, сынок? Ну, ты чуть-чуть помогала. Ну, я же не помогала, а снимала тебя, когда ты собирал, да? Ну, ты чуть-чуть помогала строить, да? Ну, да. Я сейчас пойду краситься. Да. Да. Ты мне дашь покрасить волосы? Не будешь меня отвлекать? Я буду только там играться. Тебе нравится моя кофта новая? Что, нет? Другой цвет бы был лучше. А, другой цвет? Ну ладно. А мне нравится. Зато у меня не заберет ее, раз не нравится. Она уже, знаете, дорастает до меня и скоро будет забирать мои вещи. Это не заберет. Сейчас я вам покажу, какой маленький кусочек остался пирога. Видите, Игорь засинел, съел и мне не оставил пирог. Тебе понравился? Оставил кусочек, почему? Тебе понравился? Да, вкусно. Сразу видно, что лицо, уставшее с работы, пришло. Вообще супер.
капустой напоминает. И моцарелла вот вообще супер. Очень вкусно. Сами себя смотрят. Да? Ёп. Какая Ева красивая. Алло, какая нарядная. Рулей, смотри, кто там. Смотри, кто там. Смотри, кто там. Он еще не понял, он не услышал. А помнишь, когда-то он увидел вас по телевизору и плакал, помнишь? Я даже видел меня вместе. Да, точно. Рулей, кисоди будет. Идем куда? Снимать. Снимать? Так где папа снимает? Так папа у тебя ушел. Куда ушел? Так, ну что, я нанесла уже, у меня на корнях восьмерка, это такой чуть-чуть темнее, здесь девяточка, посветлее цвет. Сейчас подожду минут 25, буду снимать. Сам себе парикмахер, смотрите, мой уголок вот так вот выглядит. Я, видите, как аккуратно наношу, у меня все в краске. Как умею. Я что-то не пойму, что-то изменилось? Ладно, завтра на свету, может, и не буду. Как по мне. Хотя нет, русоватый чуть-чуть достал цвет. Сирея. Да, желтизна ушла. Угу. Ну, не прям, что у меня там кардинальные какие-то изменения. Чуть-чуть оттенок, да, наверное, этот желтый, рыжий ушел. Все-таки, угу. Мне кажется, днем завтра будет виднее, лучше. Почти 10 вечера. Что ты кушаешь? Мороженое. Мороженое. Ари, ты мне сегодня не давала. Стал просить меня каждый день покупать мороженое. Ой, видно. Ничего, сейчас покушаешь и спать идешь, правильно? Ага. Завтра в садик, да? Ага. Ну все, говори спокойной ночи всем. Спокойной ночи. Что ты обрисуешь стол, Лука? Да не надо так делать, сынок. Там на Пашкине. Сын, скажи, спокойной ночи. Я уже сказала потом. А что ты еще должен сказать? Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, да? Все, пока. И жмите наши колокольчики. И на колокольчики, да. Спокойной ночи.